Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я Дезертир, и мы продолжаем прохождение Warhammer Dawn of War. Ну что ж, сегодня мы будем проходить следующую миссию, в данном случае это сценарий номер 6, и я надеюсь, это будет тоже интересно. Еще не проходил, я не готовлюсь к этому. По приказу Инквизитора Тота, жители Тартаруса начали покидать планету. Даже в более спокойные времена подобные действия привели бы к катастрофе. Но то, что происходит сейчас, более всего напоминает ночной кошмар. Планету охватила паника, и все жители планеты ринулись к двум основным космопортам. Колонны транспорта и людей постоянно уничтожаются бандами орков. Рассеянные до потери боеспособности силы имперской стражи едва сохраняют порядок в крупных городах. Верные сыны Императора, они приносят свои жизни в жертву, стараясь удержать зеленые орды орков, пока простые люди спасаются. Я всей душой желал бы примкнуть к ним в их благородном деле, но я должен выполнить свой долг так же, как они выполняют свой. Мы нашли доказательства того, что на Тартарусе действуют силы хаоса. Изидор изучил нечестивый алтарь и выяснил, что они направились в сторону горы Карат, которая находится в опасной близости от основных армий орков. Я попросил полковника Брума выделить полк имперской стражи для прикрытия нашей операции. Мне крайне неприятно делать это, когда люди полковника защищают важнейшие центры планеты, но они нужны для более важного задания. Ну что ж, поехали. Я думаю, что эта миссия будет интересна, тем более, что нам придется сражаться с эльдарами. Я эльдаров не особо люблю. Раса такая довольно специфическая. Поэтому, не знаю. Посмотрим. Там еще силы хаоса преобладают, по идее. Вот здесь вот можно увидеть, что хаос, эльдары, орки вокруг. То есть, ну как-то так. Так, название миссии «В самое пекло». Ну что ж, окунемся. Оракул, как вы и предсказывали, люди идут прямо в нашу ловушку. Хорошо, но учтите, космодесант невозможно застигнуть врасплох. Они ожидают предательства на каждом шагу, и что бы вы ни делали, все это лишь подтверждает их подозрения. Ваши приказания? Мы вынудили людей делать то, что нам нужно, но и они связали нас по рукам и ногам. Они знают, что впереди их ждет битва, и постараются втянуть нас в нее. Все, что нам остается, это принять свою роль и надеяться, что мы сможем их переиграть. Ты уверен? Да. Именно этим путем алтарь указал нам идти к горе Карат. Но неужели ты сомневаешься в полученных мной сведениях? Я не ставлю под сомнение твои способности, брат-хранитель, но меня волнует тактическая сторона вопроса. Эта дорога — прекрасное место для засады. Слышишь нотки сомнения в его голосе? Уверен, за твоей спиной он называет тебя мутантом, но боится твоей силы, твоего предназначения. Успокой, дитя. Я допускаю, что впереди нас может ждать ловушка. Но она послужит лишним доказательством, что мы на верном пути. Ты прав, старый друг. Всем быть наготове, приказы выполнять беспрекословно. Ошибок быть не должно. Согласен. Разведчики, вы уже на месте? Так точно, мой командир. Мы обнаружили место дислокации передового отряда эльдаров. Необходимо приложить все силы для уничтожения ударных отрядов эльдаров. Тогда мы можем спокойно найти подходящее место для развертывания оперативной базы. Вот так вот нежданно-негаданно у нас образовался предатель. Ну, посмотрим, сильно ли он повлияет на наше действие. Мы заняли действие. Позицию. Вот, кстати, я пока еще почитал тут собираем ваши комментарии не так давно. Пока ждал. Враг атакует! Создание заставы. Мы принесем данные о местоположении войск противника. Пока ждал создание заставки. Да, мой командир! И, собственно говоря... Воистину,
Еще один. Рад, что вам понравилось. Воистину, так, надежда еще первый шаг на пути день в истории империи. Давайте-ка подключим к отрядам, потому что они там на Т подключаются. Победа одна на я всех. Вновь готов служить. Во славу ордена! Давайте, ребят, атакуйте. Я поведу вас в битву. Я служу даже в смерти. Вот, вот теперь можно еще и... В принципе, я могу, по идее, создать отряд. Вера вечна. Мы готовы. Наконец-то война. Я поведу вас в битву. Так. Надо смотреть, чтобы у нас не особо много. Я лишь орудие его воли. Я вновь готов служить. Вера вечна. Так, пока все нормально. Я служу даже в смерти. Касаемо комментариев, мои дорогие друзья, что я хочу сказать. Ну, во-первых, обрадую вас то, что да, я собираюсь проходить абсолютно все части. Лучше умереть за императора, ну, чем вот жить ради себя. Хоть вторая мне и нравится меньше. Я служу даже в используют их для быстрой перевозки войск из одного места в другое. Мы должны уничтожать все звездные врата Эльдаров, которые найдем, чтобы ограничить их мобильность. Я служу даже так вот, в смерти. Я хоть мне вторая часть и нравится меньше, мне. Но при дайте этом я войну, спокойно могу проходить. Это подходящее место для развертывания базы. Габриэль вызывает летанию ярости. Запеленгуйте мои координаты и приготовьтесь к доставке оплота Веры. Я скоро там буду. Так, мы вот сейчас вот здесь вот будем становиться, потихоньку надо захватить. Страх все. Повергает веру. Вообще, на самом деле, вот мы разведчики, как по мне, мы принесем данное местоположение войск противника. Власти вечно близко. Хвала императору. Казя все-таки перестанет захватывать, начнем убивать. Потому что... Лучше умереть за императора, чем жить заради себя. Тот, кто воюет со мной плечом к плечу, мой теперь брат. Теперь можно и захватить. Не бойтесь, Псайки. Мы заняли позицию. Плюсуем, ставим. Начинаем невидимость. Поиск. Все, отлично. Вера вечна. Так, база у нас тут развертывается пока что. Да, о, великолепно. Здесь можно... Сейчас будет создать наблюдательный пункт. Нет, так, вот этот отряд, по-моему, не занимается здесь ничем. Давайте захватим. Да, лорд. Здесь еще поможем. Мы ждем приказа. Сколько будем сейчас ждать? Потому что сначала нужно развернуть базу, построить будь еще хотя бы... Братья. Враг близко. Да, лорд. Хотя бы двоих, и уже после этого, я думаю, выдвигаться. Как скажете. Так иди строй. Ты пока тут один справишься. Так, вот здесь вот мне не нравится вот какой-то вот выход черненький такой, да? Будьте осторожны, братья. Враг близко. Так, вот он у нас один как-то не очень хорошо справляется. Чужак, мутант, еретик, берегись! Вера надо вечна. Бы помочь. Сегодня враг познает смысл враг своего хуже. Страха. Вот, я был прав. Смотрите-ка, а? С честью и храбростью. Стоило мне сказать, что мне не нравится это место. Я готов. И отсюда вышли первые войны. Давайте поставим на удержание позиции. Они так стоят. Отлично. Я никогда не подведу. Разум первичен. Так, их подведем вот сюда. Потом надо будет улучшить. Так, стоп, он не досоздал. Я здесь для того, чтобы служить. Так, здесь я пока все более-менее нормально. Моя рука не дрогнет. Вообще, в идеале надо сначала вот эту все-таки хрень уничтожить. Космодесант, больше урона. Теперь, когда оперативная база развернута, мы должны продолжить. Атаку. Вероятно, противник будет отчаянно сопротивляться, поэтому действуйте осторожно и обеспечьте базе надежное прикрытие. Это да, надежное прикрытие нам нужно. Так, мы... Вот эти автосохранения немножко тормозят игру. Так, ну ладно.
как можно быстрее. Строим. Раз. Нам нужно пару генераторов. Прибыл по вашему приказу, мой командир. Вы требуетесь нам, чтобы перекрыть восточную дорогу. Битва наверняка привлечет банды орков, рыскающих неподалеку. Их вмешательство крайне нежелательно. Вас понял. Будьте уверены, ни один орк не пройдет мимо имперской стражи. Мы удержим дорогу. Постоянно поддерживайте со мной связь. Если вам будет тяжело, я постараюсь прислать вам подмогу. Слушаюсь, мой командир. Вот. В целом мы пока справляемся, как я уже говорю, да, то есть это на самом деле несложно, более-менее нормально все проходит. Вот, касаемо остальных вопросов, не знаю, моя цель служение. Желание было отвечать только на в основном один, да, то есть то, что я буду проходить все, постараюсь проходить довольно быстро, насколько это возможно, по серии в день, вот, но пока вот, например, были такие моменты, что я ждал и не получалось, например, пока заставка там не выйдет. Я думаю, у меня не получится выпустить эту серию. Знание вот, есть. Поэтому сила. Я просто даже мне не записывал. Сейчас вы ее видите, значит, я ее уже записал, значит, все отлично. Смонтировал, как говорится, все круто. Так, вот у нас здесь идет. Тяжелое вооружение к бою готово. Тут куча танков и. Вот прибыл в базу. Тяжелое вооружение к бою готово. Удержание позиции. Итак. Я служу даже в смерти. Лучше умереть за императора, чем жить ради себя. Воздух своим дыханием. Чиним робота, он нам пригодится все-таки более, скажем так, живой. Вот, здесь можно, кстати, проапгрейдить теперь до охранного поста более мощного. Ожидаю чем приказания. Мы получим. Нас расстреливают! Много хороших плюшек. Объявляем атаку! Таких как ракетный залп, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот еще нам нужно 75 единиц энергии. Добывается она, естественно, из одной простой вещи. Это генератора. Процесс строительства. Надо будет построить с генератором. Да, мой командир! Соответственно, все логично. Чем больше генераторов, тем быстрее добывается энергия, чем больше там влияния, тем быстрее добывается. Точнее, чем больше вот таких постов, тем быстрее добывается влияние. Так что все. Во имя просто. Императора! Может, и легко. Да, о великолепный. Так. Пока чиним, как пока. Пожелаете. Более-менее как нормально. Можно быть сильнее. Мутант, еретик! Берегись! Вера вечна! Именем его! Подгоним-ка робота поближе. Значит, нам нужно усовершенствование монастырь. То есть вот это. Но без оружейки мы ее усовершенствовать не можем. Поэтому строим оружейку. Схема строительства 721 запущена. Так, мне еще здесь нужен тяжелый болтер. Поставить вот сюда вот, скорее всего. Либо второй вариант, это поставить его где-то вот здесь. То есть, чтобы сегодня прикрывать вот эти танки. Сегодня враг познает смысл слова страх. Да, мой командир. А вот. Так, гранатомет, плазмомет. Я жду вашего приказа. А знаешь что, чини, вот все. Сегодня враг познает смысл слова страх. Не надо ничего ждать, чини просто. Так, вызываем, наверное, еще один отряд. Безделье плодит ересь. Давайте прокачаем этот отряд. Мои знания в вашем распоряжении. Я служу. Я разрушу мозг. Сейчас мы его в вашем распоряжении. Потихоньку будем накапливать. Для того, чтобы служить. Вот. Там тяжелое вооружение можно поставить. Но мы поставим болтеры. На первое время хватит. Сейчас будет. Вот, отлично. Все, будьте бдительны. Нет невиновных. Есть лишь разные степени. Давайте просто сходим сюда, посмотрим. К вашим услугам дисциплина ведет к начинаем тактическое отступление. С открытыми вратами. Разум первичен. Чувствую опа. Врага, он близко. Нет невиновных. Есть лишь разные степени. Вижу орков. Вот прибыл ваше расположение. Надежда первый шаг на пути к разочарованию. Так, вот это мне как-то не очень нравится, то что
довольно сильно нас дамажит. Попали под плотный огонь противника. Дисциплина ведёт к познанию в вашем распоряжении. Есть вероятность проигрыша. Проигрыша по определенным причинам я не люблю. Нет невиновных. Есть лишь разные степени вины. Лишь уничтожение наших врагов даст нам спасение. Славьте вечного императора. Я разрушу мозг врага и сожгу его тело. Знание есть сила, умею его скрыть. Я разрушу мозг врага. Вот, ну в три отряда легко можем пробовать. Во имя императора! Ой-ой-ой, что же я творю-то? Микафор, тебе конец! Заметил. Тот, кто воюет со мной плечом к плечу, ой-ой-ой, мой брат. За землю! Братья, отряд не потерял. Держим строй! Я лишь орудие его воли. Чуть не потерял отряд. Отряд не заметил потери бойца, ладно. Сила, умей его скрыть. Так, у нас есть все, кроме монастыря. Чтобы увеличить монастырь, нам нужно 250... единиц. Давайте ждем накопление 250 единиц. Надежда — первый шаг на пути к разочарованию. Ускорить получение, скажем так, юнитов. Открытый разум — хотя бы частично это крепость с открытыми улучшим вратами. Наших ребят. Чтобы у них была возможность отбиваться. Надежда первый шаг. Поставлю один на них огнемет, как минимум. Лучше даже два огнемета. Это будет давать возможность убивать в ближнем бою. Знание есть сила, умей его скрыть. Атакуем противника! Давайте проверим, как врача это все будет действовать сейчас. Вот, отлично. Смотрите, как хорошо ребята прям. Используем 23-е построение. Молодцы, мне это нравится. Приказ молодцы принят. Выдвигаемся! Приготовиться к атаке! Приказ принят! Есть! В общем, буду стараться приказ снимать серии по Вархаммеру сразу готово на неделю вперед. Есть. Оружие к бою готово! Приказ понят, брат! Будьте бдительны, чем, друзья мои? Вперед к славе! Есть маленькая проблема. Я не смогу отвечать прям вот в следующей серии, например, на ваши вопросы, если они будут. Да? Или на предложения, которые будут. Вот так. Но зато серии будут стабильно выходить. Я думаю, что это более хороший плюс. 25 нет, рада. Надежда первый шаг. Так, а мы ее сейчас на троечку запишем. Не бойтесь, цайкера. Лишь уничтожение наших врагов. Я просто подумал, что действительно, что я могу записать на мне какие-то ключевые кнопки, да, то есть как, например, 3, в вашем да, то есть отряд. Это мне действительно правильный совет, нотки неуверенности в вашем приказе. Я служу, разум первичен. Это единственная, лишь по сути, кнопка, которая контрол. Врагов даст нам спасение. Плюс цифры не заняты. Лишь уничтожение наших врагов даст нам спасение. С честью и храбростью. Так, сейчас будет немножко больно, конечно. Чувствуйте силу моего гнева. Мы, ребят, попробуем расшвырять, как это можно сделать. Почувствуйте силу моего гнева. Лишь уничтожение наших врагов. Все, нет, спасу я этот отряд. Оружие к бою готово. Приготовиться к атаке. Выдвигаемся, мой командир. Не бойтесь, наша кстати вера поддерживает нас. С честью и храбростью. Открытый разум — это крепость с открытыми вратами. Так, более-менее спас. Не бойтесь, Сайкер. С честью и храбростью. Просто юниты ближнего боя, они довольно опасны, на самом деле. Славьте вечного императора. Так, ну здесь пока стоят. Надежды первый шаг на пути к разочарованию. Так, я никогда не победу. Нам нужно уничтожить. Дисциплина ведет к победе. Вот эти вот платформы и два танка. Мы попали под плотный огонь противника. Это будет очень проблематично, ребята. Отступить и перегруппироваться. Открытые раны должны это крепость с открытыми вратами.
Чувствую врага. Рано, рано, рано. Власти вечного императора. Слишком рано нас покарали. Дисциплина ведет к победе. Нас тут уже покарали. Сделано. Уже сделано. Надо отступать. К вашим услугам. Потерял один отряд. Так, давайте сделаем первое улучшение. Будьте осторожны, братья. Враг близко. Установим. Я так чувствую, эта серия тоже будет, видимо, длинной. Видимо, она будет тоже разделена на две части. Я надеюсь, что все-таки это вас не так сильно напрягает. Открытый, да и смотреть, разум, по-моему, по 30 минут более удобно, нежели час. Я, например, час смотрю только стримы, и то не каждый раз. Вот прибыл в ваше расположение. Мы готовы к испытаниям. Выдвигаемся. Знание в вашем распоряжении. Стараюсь, чтобы вам было все-таки интересно смотреть. Открытый разум — это крепость с открытыми так. вратами. Что там, долго изучение будет? Что я должен сделать? Хвала императору! Я не подведу. Во славу императора! Так, ну тут на R можно. Насколько я помню, по горячим клавишам. Да, вот. Направьте нас на врага! Славьте вечного императора. Прокачаем опять же оружие по-бырому. Так, а нам нужно, кстати, все-таки ракетные установки, наверное. Ну, да, поставлю-ка я их. Не будет мира до тех пор, пока враги императора отравляют воздух своим дыханием. Так, вот стало 71, кстати. Добыча. Я здесь для того, чтобы служить. Я жду вашего приказа. Ты его починил, молодец. Так, здесь все нужно. Храмина. Я жду вашего приказа. Где храмина? Я ее... Честно говоря, не могу найти. Я хочу построить храм бога машин еще. Потому что он тоже довольно нужный. Так, дозаказываем, ребят. Еще не хватает. Будьте осторожны, братья. Единиц. Враг близко. Не будет мира до тех пор, пока враги императора отравляют воздух своим дыханием. Моя вера защитит меня. Так, скоро на нас, видимо, будет наступать. По крайней мере, мне так кажется. Мои знания в вашем распоряжении. Да что ж такое, это все время не хватает. Нет невиновных. Есть лишь разные степени вины. Так, и надо прокачивать... Не ракеты. Сайкера. Так, здесь не все прокачано. Все прокачано. Так вот эти два надо, да? 60 единиц. Одна ракетка стоит. Вот, к в принципе, давайте выдвигаемся, пока уже как раз сделано. Она. Мне показалось, что я услышал нотки неуверенности. Достроиться, пока мы дойдем до туда. Приказе. Здесь переходить через брод нельзя. К вашим услугам. Мне показалось, что я услышал нотки неуверенности в вашем приказе. Лишь уничтожение наших врагов даст нам спасение. Разум первичен. К вашим услугам. В атаку! Тот, кто воюет со мной плечом к плечу, мой брат. О, да, сейчас это получится определенно. Космодесант, вперед! То есть, да, мы тоже несем потери. Кто воюет со мной плечом к плечу, но... мой брат. Все-таки потери будут поменьше. Это... Я поведу вас в них. По моему слову, в атаку. Мы имперская стража. Время доказать, что это так. По крайней мере, я надеюсь, что потери... По моему слову, в атаку! Сегодня враг познает смысл слова «страх». Космодесант, вперед! Хвала императору! Вот, как видите, мы уже отыгрываемся, да? То есть, в этот я раз на них, а не они на нас. Моя вера защитит меня. Понял. Мы идем полномасштабное такое... Во славу императора, мутант, еретик, берегись! Сейчас будем ждать, пока захватится точка.
потому что мне нужны сферы влияния, повышать их. Давайте увеличим броню для наших ребят. Храм бога машин, да. Я жду вашего приказа. Мне надо его построить, чтобы улучшить. Сегодня враг познает смысл слова страх. Свое здание. А еще у нас, кстати, главный герой довольно коцанный. Каково ваше желание? Будет сделано. Уже в пути. Так. Ты у нас... Полковник Брум принял командование. Лучше умереть за императора, чем жить ради себя. Ой-ой-ой. Я ее даже и не заметил. Да, мой командир. Лучше умереть за императора, чем жить ради себя. Я раздавлю тех, кто противостоит мне. Походу, бедняга я не побежит. Я выполню приказ. Во имя императора. Во имя императора. Должны отступить. Во имя императора. Так, как то я выполню приказ. Криво прошел. И только после солдаты, этого... Солдаты, тот, кто воюет со мной плечом к плечу, мой брат. По моему слову, в атаку. Давайте поможем нашим. Я поведу вас в битву. Я поведу вас в битву. Врача! Нашему имбо страшному роботу. Это дико круто. Моя вера защитит меня. Вера вечна. Отлично. Я поведу вас в битву. Космодесант, вперед! Моя рука не дрогнет. Наступаем на противника, не даем ему вообще опомниться. Вера вечна. Стараемся подавить. Космодесант, вперед! Его силы на всех фронтах. Насколько это в целом возможно. Так, мне надо построить храм бога машины. Я там смотрю, еще сверху меня атакуют. Как скажете. Пытаются захватить мою точку. Так точно. Как-то мне это совсем не нравится. По моему слову, в атаку. Так. По моему давайте разнесем эту машину. Пойдем все-таки назад, чтобы помочь своему союзнику. По моему слову, в атаку. Что-то мне не нравится, что они тут наступают. Видимо, у них где-то вот здесь вот база. Брат, по моему слову, в атаку! Так, я поведу пока вас все. В битву. Все отлично. Космодесант, вперед! Так, они захватили. Сволочи такие, эдакие. Так. У меня тут идет опять же атака. Смотрите, какие нехорошие они. Так, вот здесь вот... Подчиняюсь. Вступление пока проходит нормально. Не будет мира до тех пор, пока наконец-то отравляют воздух своим дыханием. Я поведу вас в битву. Так. Ну, значит, смотрите, вы туда. Ты... Так, я тебя аж выделил, зараза. Лучше умереть за императора, чем жить ты ради себя. Да. Потому что ты мне нужен здесь. И будем надеяться, что он нас все-таки не успеет отступить и перегруппироваться. Прибыл в ваше расположение. Вот он, жопа. Мы попали под плотный огонь противника в приказании. И он их убьет реально. Порвет их вообще. Мы готовы к испытаниям. Враг атакует. Безделье плодит ересь. Наконец-то война! Я раздавлю тех, надежда, кто противостоит надежда, мне! Так, вот теперь можно спокойно вера развиваться. Мы готовы к испытаниям! Так, на М, по-моему. Да, отлично. А это на Л. Страх повергает веру! Но у меня уже денег не хватает. Будьте бдительны! Наконец-то война! Так,
Че вы там, с кем вы там сражаетесь, все? Слава императору, вы я здесь. Я поведу вас в бит. Я думал, командование забыло о нас. Давно вы здесь? Уже неделю. Вы удерживали эту позицию целую неделю? Космодесант. Совершенно одни? Да, мой командир. И мы видели кое-что весьма странное. Идемте, увидите сами. По моему слову, в атаку! Без страха! Во славу императора! Ребят, давайте, наступайте, что же. Мы попали под плотный огонь противника. Наконец-то война! Все, конечно, не совсем круто. Моя рука не дрогнет. Служу человек. Я служу даже в смерти. Все вам нормально. Космодесант. Приказывай. Вперед. Космодесант. Давайте, наступайте, вперед. Ребят, не стойте. Так, у нас здесь идет производство полным ходом. Направьте нас на врага. Так, стоп. Страх повергает веру. Да не тебя я хочу выбрать. Я жду вашего приказа. Лечи и ставь. Процесс строительства начат. Дамбур. Ты ставь здесь. Нет, не эту. Дамбур. Там другая вот эта. Стоп, почему? Дамбур. А, 400 с лишним. Понял. Столько ресурсов даже. Приказывай. Я поведу вас в мир. Я служу даже в смерти. Лучше умереть за императора, чем жить ради себя. Надо на самом деле боевого дрона отводить уже потихоньку назад, потому что ему очень сильно достается. Я служу даже в смерти. Но я, видимо, приказывай. Да, все, я не успею его увести. Поистину, еще один прекрасный день в истории империи. Ему просто реально надавали по шее. За императора! Приказ принят. Я поведу вас. Я уже ничего не успевал сделать. Не будет мира до тех пор, пока враги императора отравляют воздух своим дыханием. Это еще что за... Безделье плодит ересь. Бойтесь нашего гнева. Так, стоп, а где у меня еще один отряд? Уже только что... Приготовиться к атаке! Приказ принят. Атакуем согласно приказу. Враг атакует! Да что вы будете делать? В одном месте отбился, другое пошло через одно место.